Для того, чтобы память о последнем звонке сохранилась и запомнилась на всю жизнь, старались все. Каждый педагогический коллектив усиленно готовился к этому дню. Актовые залы школ были украшены шарами, лентами и плакатами. Нарядные и встревоженные выпускники, задумчивые родители, мудрые учителя. В каждой школе были почетные гости, которые поздравляли выпускников и говорили им добрые слова напутствия. Сегодняшний последний звонок является первым звонком в вашу большую жизнь, и вы должны ее прожить достойно. Выпускники же благодарили за терпение, труд своих учителей и родителей, которые им помогали и направляли на протяжении всех учебных лет. По традиции выпускники дарят всем собравшимся в зале песню или вальс, символизирующий переход от детской жизни во взрослую. И вот самый волнительный момент. Одиннадцатиклассник проносит на плече первоклассницу с колокольчиком, звон которого возвещает об окончании учебного года. Отзвенел последний звонок, впереди выпускные экзамены. У каждого сегодняшнего выпускника волнение и стремление определиться с дальнейшим жизненным ориентиром. Ну и, конечно же, помнить свою школу всегда. В добрый путь!